Обстоятельства исчезновения 36-летнего рыбака из поселка Озерновский выясняют камчатские следователи. По предварительным данным, 5 мая текущего года житель поселка Озерновский Усть-Большерецкого района с целью рыбного промысла уехал на моторной лодке по Охотскому морю на север в район реки Опала. 7 мая с рыбаком утеряна связь. Сотрудниками МЧС России по Камчатскому краю совместно с сотрудниками правоохранительных органов организованы поисковые мероприятия. В ходе поисков обнаружена лодка пропавшего рыбака, но местонахождение самого мужчины остается неизвестным. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.